Агрофирма «Аэлита» предлагает свой сорт гороха овощной «Сахарный 2». У этого гороха створки бобов без пергаментного слоя. И он является отличным летним лакомством. Это сахарный сорт по срокам созревания среднеранний и среднеспелый. Вегетационный период от всходов до технической спелости бобов до 65 дней. Стебель достигает высотой 70 см. В пищу используются целиком. Это сочные, мясистые, сахаристые бобы с недозрелыми семенами. Номер партии 045102. Вес 10 грамм в упаковке. Десять грамм.